Доброе утро, и я очень рада видеть вас в своем новом видео. Я думаю, то, что оно будет в формате такой день из жизни, полноценный. Здесь будет утренняя рутина, точнее, она уже была вечерняя рутина. Наверное, также, что я ем в течение дня. Просто моя классическая бытовая жизнь. В общем, что, мы рано проснулись, у меня наконец-то восстановился режим после Москвы, я почему-то, ну, там на час раньше, и, видимо, из-за этого я все никак не могла тоже раньше вставать. Я просыпалась сейчас там где-то стандартно в 7:30, но вот сегодня в 6:30, и этому очень рада. На улице еще было прохладно, поэтому мы вот с Такой погуляли, нам было хорошо, свежо. Позанималась немножко йогой, тоже было приятно на улице очень. И сходила позагорать, это для меня сейчас вместо медитации просто. Там я хожу где-то на полчаса с 8:30 до 9, когда очень прям такое мягкое солнце, не жарко, ныряю в бассейн, он прям так бодрит. И вообще, если есть сейчас возможность вот так выйти из квартиры, пройти минуту и прыгнуть в бассейн, то я беру от этого все. Кстати, я еще в этом году первый раз перестала совсем пользоваться SPF и просто мажусь кокосовым маслом. Вот перед тем, как выйти, полностью мажу все тело. И я вообще не сгораю, загар как будто ложится прям ровно-ровно. И кожа не сухая, а наоборот, очень напитанная после. Поэтому, может быть, кому-то такой способ загара тоже подойдет. Ну и плюс я никогда не загораю, когда час пик. То есть там максимум до 10 утра я могу лежать, либо уже прям вечером выйти. Вот что дальше? Помылась. И сегодня... Ой, моя хорошая. И сегодня у меня такой, можно сказать, свободный день. Я хотела заняться мил-преппингом. В общем, я просто хочу написать список того, что мы будем есть на этой неделе. Там завтраки, обеды, ужины. Соответственно, составить список продуктов, которые для этого нужен. Все это дело заказать и начать готовить. Я, правда, заметила, мне гораздо легче жить, когда я прям знаю, что и когда я буду есть. Да и вообще в последнее время такое ощущение, что когда я заказываю еду, там какая бы она ни была, будь это пицца или что-то максимально полезное, я как будто не получаю от нее особого удовольствия. А если это домашняя еда, там тоже пюре и, не знаю, там жареная курица с салатом, то мне прям очень вкусно всегда такой еды. В принципе, это, наверное, все, что я хотела сейчас сказать, поэтому достану. У меня еще есть очень клевый блокнот, который нам подарили. Я еще ни разу ничего в нем не писала. И вот для большей мотивации я сейчас как раз начну его вести. Вот, так что пойду. Кстати, еще я сейчас сушила голову, и я просто подкрутила именно концы Дайсоном, и мне даже так гораздо больше нравится. То есть это не выглядит как что-то экстра. Просто волосы выглядят, ну, довольно аккуратно. В общем. Мне очень понравилась такая идея, и сделала я это, наверное, минуты за две. И еще кое-что. Я в кои-то веке решила купить себе карандаш для губ. То есть не пользоваться карандашом для бровей. Вот это был мой любимый огрызок, но он умер, к сожалению. Очень мне нравился. Но я увидела в Инстаграме у одной девушки. Она там показывала как раз свой карандаш от MAC. И мне очень понравился цвет. То есть я была уверена, что мне подойдет. И да, это он, ну, то есть вы видите, он прям совсем такой графитовый, не знаю, можно графитовым назвать. Совсем холодный коричневый цвет, и у меня на губах он скорее отдает фиолетовый подтон. В принципе, мне нравится. Ну вот он у меня сейчас на губах, и он очень похож на обычный карандаш для бровей. Сейчас я его еще как-нибудь нанесу. Вот, в общем, мне цвет очень понравился, так что рекомендую, если кто-то тоже такие любит. Он называется Stone. Вот так. Вот, это милейшая тетрадка. И этот песик очень похож на нашу собаку.
продукты приехали. Я вообще особо ничего не заказывала, потому что у нас, в принципе, есть все практически. Куриная грудка. Эти хлебцы, точнее, брускеты, я на них просто подсела. Они очень вкусные. Сыр. Фьюсти. Лук, авокадо. Картошка. И бананы. Я буду готовить мой любимый простой куриный суп. Все, что туда нужно, это лук, морковка, куриная грудка. Я больше ничего никогда не добавляю, мне не нравится. Вермишелька, картошка. Все. Ну и укроп потом в конце. И в Грузии еще курица, она желтая, поэтому суп получается очень наваристый. Даже с желтым оттенком. В общем, очень вкусная курица здесь. Я объелась, мне было очень вкусно. Реально, супы я могу есть круглый год, плюс 40, минус 40, абсолютно всегда. Я даже помню, мы раньше каждый год ездили в Турцию, и даже когда мне было лет, ну там, с 13, наверное, по 17, вот такой подростковый возраст, когда все обычно едят чипсы и едят газировки, я все равно всегда брала на обед суп. Я помню, там был какой-то очень вкусный томатный. Особенно вкусно было просто. И, кстати, газировку я тоже никогда не заказывала. Всегда пила воду или свежевыжатый сок. У нас здесь, кстати, тоже уже потрясающе, потому что жара спадает. Теперь там около 30 градусов. Это уже даже кажется прохладной температурой. И родители у меня тоже вроде как должны приехать в конце месяца. Я их очень жду. Вот. Правда, очень рада, когда приезжают родители или друзья. В Грузию вообще очень удобно приезжать в сентябре, потому что в Москве обычно уже дождливо, там плюс, не знаю, градусов 15, а здесь вроде тоже солнечно, тепло. В общем, очень хорошее время года. Кстати, я же еще в прошлом влоге показывала платье черное, длинное, которое, ну, в принципе, это и есть сарафан. Ну что в итоге, я же любитель модернизировать вещи. Я это платье благополучно обрезала, сделала его коротким. Там просто еще такой материал, что его, грубо говоря, можно было не относить, подшивать. То есть я его начала обрезать, и там сразу как бы, ну, стали вытаскиваться нитки. Я пошла на балкон и зажигалкой просто подожгла его по всему периметру, и все, нитки больше не вылезают. Платье смотрится отлично, я
вставлю, наверное, вставку, как оно теперь выглядит, поэтому расскажите, как вам. В общем, на ужин я сегодня хочу приготовить тоже довольно простое блюдо, но очень вкусное. Это будет рис, запеченный лосось и салатик, наверное. Вот, поэтому пойду сейчас замочу, промою рис. Мне кажется, он всегда получается вкуснее, если его сначала замочить, хотя бы часов на 5. Лучше на ночь, конечно, но я забыла об этом. Что я подготовила все продукты. Кстати, вот этот рис я покупала в Таиланде. Я очень удивилась, потому что обычно, когда его промываешь, там такая мутная вода, а от него вообще ничего. То есть прям такая прозрачная течет. Очень необычно. Замариновала лосось. Всегда мое любимое сочетание — просто мед и соевый соус. И получается очень вкусно. Потом в духовку на 180 градусов минут на 20. Пока посижу, поработаю, потом приготовлю ужин, погуляю с собакой, а там уже можно спать ложиться. Thank you.